очень необычная вещь произошла со мной. Уже два раза происходит эта необычная вещь. Короче, последний мой видос со второго моего трипа, да, я его пытался зарендерить, я его хотел отправить в пятницу, получилось только в субботу. И то я больше суток делал рендер. Ну, то есть это формирование видео. Он как бы и так сам по себе долго делается, это большие ресурсы с видеокарты, да. Вот. Короче, анонсировал как бы в самом начале видео свои, говорит, эти, ну, кто-то скажет, галлюцинации, да? И я, короче, в самом начале это вставил, вот эти коротенькие такие фрагментики, да? И я хотел их вставить посередине. И, в общем, они длились бы минуту, наверное, полторы, два фрагмента. Там я вообще... Ну, немножко такая не истерика была, а испуг, потому что я больше двух часов был в бесконечности, да. И я там это, как бы задавался вопросом, как, блядь, такая хуйта может быть. И самое, что интересное, эти видео я не мог отправить. То есть я не мог рендер сделать, все что угодно мог сделать, не мог зарендерить, пока не убрал вот эти вот два момента, то есть два коротеньких видосика, да. Убрал вначале один, рендер не идет, то есть останавливается на 27%. И потом пришлось убрать второй. Вначале их подрезать хотел, подрезал и по всякому делу. И все равно не смог, короче, рендер произвести. И, то есть, как мистика. Именно эти видео, оказывается, мне их и не надо было выкладывать. То есть они чересчур такие не провокационные, а чересчур такие, знаешь, эмоционально открытые, что ли, что-то такое. Ну, короче, нельзя это было показывать, оказывается. Потом я их как-нибудь выложу. Вот. И мне как бы сказали, что в доступ в открытый вроде пока не надо. Вот. И... Как я подумал, ну, почему вот такая вот хрень-то, почему я как бы на этом остановился, потому что у меня еще было одно видео второго моего трипа, да, и там тоже не мог рендер сделать, тоже информация была чересчур открытая, то есть сильно много выкладывал, начал выкладывать, и тоже не шел рендер именно вот с определенными видосами, то есть мистика. Мистические творятся дела. То есть я не мог выложить определенные фрагменты видео. Они просто не выкладывались. И это у меня произошло уже два раза. То есть, может быть, я не остановился бы на этом и видео бы не снял, да? Но потому что произошло два уже события. И я вот целую, блин, больше суток возился, блин, с видосом. Это вообще трындец. То есть я никогда так долго, блин, не делал видео. Вчера начал, блин, и сегодня под вечер закончил. Больше суток получается. Вот. И вот так вот. Хочешь, не хочешь, блин. Хочешь, не верь. Не верь или хочешь. Блин, короче, хер. Ну, такая хрень произошла. И вот эта фигня, она прям показывает, что тебя останавливает все, даже пространство, когда ты что-то не так делаешь. То есть информацию, которую нельзя было выкладывать, она просто не проходит. Ну вот хоть обосрись, она просто не идет и все. Ты не можешь выложить просто вот физически, да, программы зависает. У меня программа вот эта, Sony Vegas, она там немножко вся переделанная такая, да. Но она не лицензионная. И она не могла пропустить. Хотя она, я столько видео уже перепилил, да, она работала как часики, редко подвисала, очень редко. А тут просто виснет, зараза, и все. Виснет, и все, блин. И вот второй мой трип тоже она подвисала. А, третий. Да, третий трип. Она подвисала у меня вот капец. То есть подвисала так, что я видео полностью сделал, и она подвисла так, что... все нахрен стерлось. Ну, я, правда, забыл сохранить.
То есть я как бы сам бы обосрался, да? Но дело в том, что я попробовал второй раз начать, и опять какой-то глюк. То есть тебе прям конкретно показывают, что что-то не то делаешь. И также человек с болезнями и со всем остальным, когда он что-то не так делает и не понимает, его колотят. Колотят его по голове. На, получи. То есть тебя заставляют принять правильное решение. Если ты не понимаешь, тебя через колено. Так что так вот.